ванная в каждой квартире, это правильно. Да. Это удобно. Да. Это цивилизация. Ты мне говоришь? Тебе. Но сам процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд, в ванной просто смывание грязи. С этой знаменитой фразой ценителей правильного пара полностью согласна Мария Васильевна, администратор городской бани. Для нее главное в любимой работе – дарить людям хорошее настроение. Баня – это, знаете, вот как бы здоровье наше, потому что человек после баньки, после парилочки выходит, у него вообще вот человек летает, он омолаживается у нас у баньки, потому что пользуется вениками, березовыми, пихтовыми, еще дубовые кто приносит, разные масла люди приносят. На третьем этапе снятия ограничительных мер в регионе, кроме общепита и массажных салонов, открываются бани и сауны. У Роспотребнадзора к последним тоже особые требования. Не создавать очередей из посетителей, не использовать бассейны и купели. Запрещено также употребление принесенных с собой продуктов питания. У нас есть разные льготы в бане. Многодетные, потом инвалиды, ветераны труда, ветераны боевых действий, неработающие пенсионеры у нас ходят по льготам. А дети многодетные до 18 лет у нас моются бесплатно. Как и везде, здесь соблюден профилактический стандарт. Дезинфекция рук, отсутствие чайных посиделок с распитием ароматного напитка и разметка для социального дистанцирования в 1.5 метра. Есть в бане бесконтактные термометры и маски. Обработка помещения теперь будет производиться после каждого посетителя. И как везде, каждые 2 часа уборка и дезинфекция мест общего пользования.